На широкий экран вышел фильм Валерия Тодоровского «Большой». Это история о талантливой девушке из провинции, которая благодаря своему труду и упорству становится примой Большого театра. В главных ролях известные танцовщики и звезды отечественного кино. Лента создавалась при поддержке холдинга ВГТРК. Сегодня наша съемочная группа пообщалась с первыми зрителями, которые посмотрели фильм в кинотеатрах Чебоксар. Вот это называется первая позиция. Этот фильм не про толченое стекло в пуантах и закулисные интриги, уверяет режиссер. И профессиональные танцоры в один голос подтверждают, так все и происходит, это про настоящий балет. История главной героини Юлии Ольшанской начинается в шахтерском городке. Танцующую на улице школьницу замечает бывший артист балета Владимир Потоцкий. Его играет Александр Домогаров. Незнакомец сумел разглядеть в девочке будущую великую танцовщицу. Если взяли, покажите язык. Если нет, вытяните губы в трубочку. Но прежде чем Юля попадет на главную сцену страны, ей предстоит пройти все круги балетного ада и пережить серьезные потрясения. Опеку над взбалмошной провинциалкой берет преподаватель Галина Белецкая. Юля, дарю. Я в Нехаден тут танцевал. Пойдешь в Большой танцевать, будешь носить. В Большом снимали 70 профессиональных артистов балета и юных танцоров. Один только кастинг длился 1,5 года. Подходящие лица режиссер искал по всей стране, но главную героиню Маргариту Симонову нашел в Варшаве, в польском Большом театре. Съемки картины проходили в Кировске, Минске, Москве, в том числе на исторической сцене главного театра страны. Первоначальная версия фильма длилась 3 часа, однако позже Тодоровский сократил ее на треть. Многие годы интересовался балетом, не был каким-то там невероятным фанатом, но мне было интересно. И как-то я подумал, почему бы не попробовать что-то сочинить. А дальше мы начали заниматься сценарием, это длилось очень долго, ничего не получалось. А потом начало вдруг получаться. И дальше, знаете, наступает момент, когда ты думаешь, может, не надо все-таки, что я знаю про это. Но как-то было уже поздно, я втянулся, и уже жалко было расставаться с этим миром. Премьеру фильма уже успели оценить чебоксарские зрители. От этого фильма я ожидаю очень много, потому что, во-первых, это свежая работа Валеры Тодоровского, а ему 55, а его папа был каким-то рифеем. Посмотрим, что он снял на этот раз. Но картина должна быть очень интересной. В общем, фильм, ну что, наверное, явление искусства. Сам Валерий Тодоровский отмечает, фильм «Большой» — это история о том, какую цену людям приходится платить за свою славу. Ольга Петрова, Мария Никифорова, Михаил Солин, «Вести Чебоксары».